Но, в общем-то, Atari сама компания появилась аж в 1972 году. И первое, что она выпустила, это игровой автомат. Электронный, не электромеханический, аркадный кабинет, можно так сказать. Ну, их так называют. И это был Pong. Вот так вот он выглядит. Все хочу получить ее в свои руки и чисто просто попробовать, поинтересоваться, что она из себя представляет, насколько она удобна. Графику, так сказать, увидеть вживую, не с монитора, и рассказать вам впечатление. Но когда-нибудь в мои цепкие лапы, может, и она попадет. Компьютер фирмы Atari, да не простой, а 8-битный. 8-битный компьютер, последнее поколение, так сказать, 8-битных компьютеров Atari. Тоненький, приятный такой, сбоку, любопытно вот так вот выглядит. Не знаю, мне нравится. А вот раньше у компов было за место вот такой булыжник. А по мощности как бы аж зарядничек от телефончика. Управлять играми я буду вот с такого вот геймпада, который у нас на присосках. Вот так вот. Раз, цар. Опа. Писюн. Опа. Опа. Писюн. Такой вот. Писюн. Некий специфический. Опа. Писюн. Опа. Опа. Писюн. Такой вот. Писюн. Некий специфический. Опа. Писюн. Опа. Опа. Писюн. Такой вот. Писюн. Некий специфический. Опа. Писюн. Опа. Опа. Писюн. Такой вот. Писюн. Некий специфический. Опа. Не, он прыгает. Интуитивненько. Нет. Опа. По мордасам. Вот этот зеленый тип, он достаточно хорош. И с ним побороться, блин, непросто будет. Видали? Он меня уделывает, этот зеленый хрен. Потому что, во-первых, он атакует очень быстро. Я его ни хрена не могу атаковать. Опа! Писюн! Опа! Опа! Писюн! Такой вот. Писюн! Некий специфический. Опа! Писюн! Опа! Опа! Писюн! Такой вот. Писюн! Некий специфический. Опа! Писюн! Опа! Опа! Писюн! Такой вот. Писюн! Некий специфический. Опа! Не, он прыгает. Интуитивненько. Он очень хорош. Опа! Одно попадание, и это фатальная ошибка. Итак, вот здесь у нас обнаружена паранормальная активность. Соответственно, мчимся туда быстрее. И вон, смотрите, мы каким друидом ходим. Какой-то маленький дедушка, но стреляет магическими фаерболами. Итак, переходим дальше. Например, игра Fuel. Или, ну, может, я неправильно произношу, извиняюсь. Ах, мы что-то играем за какого-то то ли монаха, то ли сектанта, то ли религиозника. Ну, какого-то мужчину. Человечка, мы ходим. Вот так вперед отклоняем геймпад, вот так. Опа, опа. И он прыгает. Интуитивненько. Excuse me, sir. И божди дунь. Прости, ёбок. Эй, ты, гомо, эй, бо, дедунь!